Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola G100 включить ночной режим. Для начала переходим в панель быстрого доступа и находим здесь кнопочку «Ночной режим». Тыкаем по ней раз и можем переключать данный режим. Также, удержав на ней палец, можем открыть некоторые его настройки. Например, можем изменять его интенсивность и можем добавить для него расписание. Можем установить его на выбранное нами время или же можем просто установить от заката до рассвета. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!